Так, сегодня воскресенье. Вот наш завтрак. В принципе, всегда одинаковый. Сыр, варенье, помидорчики, огурчики, картошка, яичко. Что-то там еще. Сыр вот такой, кстати, очень вкусный, мне нравится. И еще, который в Биме тоже мне нравится, продают похожий. Так. А еще... О, ты купил булочки? Булочки. А когда ты успел? А? Ты будешь спать. Когда я спала? Обалдеть. О, это какая-то новенькая. Такую еще не покупал. Это какая-то новенькая. Всем хотите привет. Ребята. Класс. Я вот такие люблю. Просто кругленькие. Просто кругленькие. А я вот такие люблю. Да, которые тебе никакие, да, нельзя, Ирадочка? Что ты там смотришь, да? А, ну все, уже надо кушать. Сейчас тебе укольчик сделаю. И будем кушать. А папа у нас вот что делает? Свои любимые греночки. Да? Что ты съешь весь этот батончик? Идете на маму, да? А ты не видишь? Да, я вижу. Папа голодный, поэтому он нервный, не хочет сейчас. Нет, я не нервный вообще. Нет? Не видишь? Я много что-то делаю. Да. Сейчас. В общем, пока там они начищают диванчики, матрасики, в общем, полным ходом там такой шум, она так вообще, аж голова разболелась. С двух часов уже сколько? Он приехал в часа... Не, не в два, наверное, в часа три. Вот, уже часа два, наверное. Начищают, в общем, даже побольше немного. Вот, я пошла на улицу. И Рада убежала тоже. Я взяла и Джирюшку тоже пошли погулять, пока подышать, чтобы они все уже закончили, потому что сейчас еще на кухне будут диван чистить. Получается, спальню почистили, те матрасы у девчонок не надо, они абсолютно новые, с ними вообще ничего не случилось, потому что они не спят у себя. Вот, ничего с ними не случилось. Вот, а мы вот ходим гуляем. Конечно, такая там, они мокрые, ну, мы открыли все, не знаю даже, как мы с ними спать будем. Вообще не представляю, они такие, ну, влажноватые. Ну, может, высохнуть, конечно. Вот такая грязь вообще, как будто бы, я не знаю, как будто мы какие-то бомжи. Хотя, ну, все равно вот периодически там и пылесосишь, и влажные там, и это. А это бесполезно, конечно. Нужна такая специальная чистка.
такая там, как она называется, углубленная вот эта. Вот, ну сейчас почистим, посмотрим, насколько хватит чистоты до первого раза, пока девчонки там что-нибудь не разольют. Ну мы это купим, надо какую-то, иду, надо какую-то эту, как это называется, внизу, где такой клеенчатый, сверху вот такие чехлы какие-то надо, вот, посмотреть, есть вообще такое, кричит. Да, мы тут забрались на самый верх. Идем. В общем, вот так. У меня еще рука болит очень сильно. Хотя уже месяц прошел, как мне делали капельницу. Ну, болит и болит рука, болит и болит. Я думаю, аккуратно, дочь. Я думаю, ну, наверное, потому что очень много влили. Почти 4 литра. Вот. Ну, болит и болит. А вот вчера вечером опухло. И сама вена стала твердая. Вокруг нее опухло. И, в общем, не знаю, наверное, сегодня, может быть, съездим, пусть в больницу посмотрит, мало ли что. Ну, хотя, мне кажется, может, я не знаю даже что. Вот я как-то так это не сильно обратила на это внимание. Ну, болит и болит. Думаю, наверное, может быть. В общем, вот так вот гуляем, наслаждаемся погодой. 2 дня был дождь, теперь наконец-то хороший. Куда ты забралась сейчас тут потом спускаться? Да, давай, мама, отключится, там машина едет. Цветочки собирает моя зайка. Мы уже сходили вон на ту площадку. Но там мы задержались недолго, что-то. Так, стой! Куда побежала? Здесь такие ромашки красивые. Смотрите. Такие маленькие. Такие симпатичные. Ребенок устал. Да, обошли все туда-сюда, устала. Бедненько. Ну, пошли домой. Пошли домой. Устала моя зайка. Пришли мы уже домой. И Джирюшка раскапризничалась, устала, потому что сегодня днем не спала из-за того, что вот этот весь дурдом дома. Вот, поэтому она там падала, в общем, на траву ложилась. Вот, а я-то ее не таскаю. Вот, пришлось ее уговаривать. Ну, ничего, молодец. Встала, взяла себя в руки. Пришли домой, они как раз закончили, выкатывали эту машину. Вот, сейчас лежит, отдыхает. Все мокрое там вообще. Сегодня не знаю, где мы будем спать. Ну, если вот сейчас там работает этот вентилятор, матрас сушит, наверное, сегодня все будем это... Ну, посмотрим. Ну, еще у девчонок есть кровати, но они-то не будут спать на своей кровати. В общем, посмотрим, где мы будем, бедняжечки, сегодня ночевать. Потому что все мокрое, мокрющее вообще. Надо, конечно, по-хорошему, мне кажется, нужно чистить, когда сильная жара летом. Когда оно моментально все высыхает. Ну, посмотрим. Вот, Джирюшка отдыхает, папа пошел провожать мастера. Соседи еще пришли, посмотрели, тоже захотели. Я, кстати, так и думала, что кто-нибудь, да, это подхватит это дело. Вот, и они там в коридоре тоже договорились. Вот, чтобы почистить себе тоже диваны, там эти кресла. Так, еще, скорее всего, пойдем сегодня на ужин к брату моего мужа. Он настоял прям. Ну, вообще-то я не хотела сегодня никуда. Вот, все, я устала за день, и еще вдобавок надо в больницу съездить, и это... И пойдем на ужин, в общем. Так что включусь попозже. Все, вот я вам показываю. Видите, вот это все вот стоит, мокрющее. Это две. Отдельные, да? Угу. Одна, два, три, четыре. Это четвертый 150 теле он сделал. Ну, это два 100 теле и матрас. И 150 теле тоже. Матрас один 150 теле? Да, да. Он весь, потому что чистит дело. А два стороны. И он все весь чистит. Поэтому... И все вместе это получается 100... Так, моя математика. Он мой друг. Да вообще посчитай, сколько вместе получается. Ну, 150, 250 и 400 получил. Получается 400, да? Обалдеть вообще. Да. Без разницы. Он мой друг. Он хороший чистила. Проблем нету. Вот его карта.
Я тоже хорошо все чищу, может, мне тоже дашь 400? А поэтому я перенесла другом. Целую пачку этих магнитиков взяли. Да, конечно. Моя фирма, я карты его даю. А ты сейчас что, будешь тут везде разыгрывать? Нет, я уже дала. А. В общем, вот так вот. Мои машины рядом поставим. Молодец. Ну, в общем, вот так вот. И так вот мы начистили все. Хорошо, когда есть везде друзья, да? А? Хорошо, когда есть везде друзья, да? Да. Спасибо большое всем. Ну, хорошо.